слышали о том, что в связи с санкциями сейчас товары из Европы уничтожаются. Сыры, овощи, фрукты. Вчера, допустим, 300 тонн было уничтожено. Как вы считаете, верно ли решение это? И, может быть, надо было бедным раздать или еще кому-то? Малообеспеченным? Да, да, раздать эти продукты. Они вредные, что ли? Ну, якобы вредные, да, из привезенных с Европы. Они нам не нужны. То есть верно, да, что уничтожают? Все не вредно. Угу. А, у нас как не либо скотине, да? Да, да, да. Угу. Что там скотине? То есть верно, да, поступило наше правительство? Да, да.